Давайте сделаем фото. Давайте все подняли ручку выше, ребятки. Его неплохо. Ручка убирается, но мы стоим и ждем. 1 километр или 1000 метров. И на дистанцию спортсмену идут ровно через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дорогие друзья, ребята отправились на дистанцию 1 километр, а мы напоминаем вам, что 11.00 начнется торжественное открытие наших сегодняшних соревнований, сегодняшнего Староскольского полумарафона. Открытие состоится на сценической площадке, поэтому если вы выступили, уже пробежали, уже просто можете кайфовать, находиться здесь, проводить время, обязательно открытие посетите. Будет много интересного. Что уже развернулись, как говорится, первый поем прошли и бегут к финишу спортсмены. 14-15 лет, дистанция в один проходится, и сейчас узнаем, кто станет здесь первым. Смотрите, какая заруба-то у нас, друзья! Борьба до последних метров. И первый финишируют спортсмен по номеру 21-13. Есть результат второй. 1999. Это как год его. Нет, не выпуск рождения, кто-то постарше должен быть. Третий спортсмен 1990. Третий номер. Пусть прямым гадалают. Финишируют парни и борются. Каждый борется за свой лучший результат. Так, а если я ничего не помню, среди девочек у нас первый спортсмен 21-17, девчонки больше не финишировали. Вот еще большая группа. Девчата, ребят, ого, вот это красиво. Вот это так и надо, с флагом, неплохо. Спортсмены проходят дистанцию, получают медали. И двигаются в точке торжественного открытия, друзья. На сцене оно состоится, я напоминаю. Слушайте, такую поддержку. Волонтеры, родители, друзья, просто все, чтобы хорошо провести воскресенье. С пользой для себя и для здоровья, как говорится. Последние метры, самые тяжелые, может быть, наоборот, второе дыхание должно открыться, и финиш уже близко. Ребятки, давайте, не сдаваться, каждый может, все получится. Отлично. Запоминаю.